Большое спасибо, Владимир Анатольевич. Большое спасибо, Екатерина Александровна. Почему? Потому что отчасти вы мне облегчили работу, но, с другой стороны, немного усложнили. Значит, тема доклада «Гражданско-правовые последствия дефектов оказания медицинской помощи. Взгляд анестезиолога-реаниматолога». Так, а вот... Актуальность. Рост числа уголовных дел в отношении врачей и гражданских исков пациентов к медицинским организациям, связанных с неблагоприятными исходами оказания медицинской помощи, неуклонно растет. И в последние годы отмечается устойчивый рост количества возбуждаемых уголовных дел против медицинских работников. В основном это связано с возросшим количеством жалоб пациентов на некачественное, по их мнению, обслуживание. В основном это, конечно, дела, которые подаются, их жалобы в Следственный комитет Российской Федерации. Это понятно. За последние десятилетия проблема безопасности медицинской помощи приобрела масштаб глобального вызова, стоящего перед современными системами здравоохранения. Развитие медицинской науки, в частности медицины критических состояний, внедрение сложных высокотехнологичных методов исследования, диагностики и лечения обусловили возникновение ситуации, когда несоблюдение необходимых мер безопасности при оказании медицинской помощи подвергает жизни и здоровье пациентов серьезной угрозе. Ну и осознание проблемы неблагоприятных событий произошло в 1999 году в США после доклада Комиссии по качеству оказания медицинской помощи Американского института медицины «Ошибаться в природе человека». Выяснилось, что очень большое количество осложнений связано с дефектом медицинской помощи, и летальность также высока. 44 тысячи, и растет она до 98 тысяч в год. Общее число случаев причиненного вреда здоровью пациентов вследствие ненадлежащего оказания помощи в США по материалам доклада достигает более миллиона в год. Такие же цифры сохраняются в Великобритании, то есть один из 10 пациентов получает неблагоприятное событие во время госпитализации. По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год количество смертельных случаев в стационаре с дефектами оказания медицинской помощи составило более 61 тысячи случаев, выписанных с дефектами оказания медицинской помощи более 512 тысяч случаев в год. Высокая распространенность нежелательных событий в медицине привела к созданию в конце 90-х, начале 2000-х годов правительственных и негосударственных организаций, основной задачей которой стала деятельность по укреплению безопасности всех видов медицинской помощи в системе здравоохранения. И в 2004 году под эгидой ВОЗ в качестве одной из глобальных инициатив началось формирование Международного альянса по безопасности пациентов для координации действий стран-участниц по ряду направлений сотрудничества. В 2018 году был министерский саммит и была принята Токийская декларация, основными положениями которой стало минимизировать потенциально предотвратимый вред, признать необходимость создания пациент-ориентированного подхода, выстроить партнерские отношения с пациентом, работу с обращением граждан на новом уровне. Помимо всего прочего, выделить особый статус пожилых пациентов в обеспечении их безопасности, признать роль информационных и коммуникационных технологий в разработке международных стандартов. Очень важным моментом является своевременно и правильно собирать отчетность по всем неблагоприятным событиям и ошибкам в рамках этого, декриминализировать разбор врачебных ошибок. Ну, вот это, наверное, самая сложная задача, которая на сегодняшний день стоит. А также призывает эта декларация непрерывно обучать кадры культуре безопасности пациентов. Однако реформированию должна подлежать не только правовая система, но и административная. Большинство проведенных исследований, которые изучали дефекты оказания медицинской помощи, выявило, что причинами неблагоприятных событий в медицине являются не только недостатки в организации, структуре управления системой оказания медицинской помощи, а не только действия врача-специалистов или низкое качество применяемых лекарственных средств и оборудования. Меры воздействия, направленные только на участников неблагоприятного события, оставляют нетронутыми причины его возникновения, поэтому через некоторое время точно такие же события будут повторяться. На это направлены усилия правительства Российской Федерации. Создана на сегодняшний день трехуровневая система контроля качества медицинской помощи, единая информационная система регистрации неблагоприятных событий, связанных как с медицинской деятельностью, так и с использованием медицинских препаратов, помимо оборудования. И это очень важный момент. Расширяется роль также участников профессиональных некоммерческих организаций в экспертизе качества, обратите внимание, и формировании стандартов на основе клинических рекомендаций. Основной из ключевых проблем является то, что медицинский персонал в целом неохотно сообщает о своих ошибках.
через систему отчетности. Две главные причины нежелания людей признаваться в совершении ошибок. С одной стороны, это страх. А с другой стороны, недостаточная мотивация и неуверенность в том, что сообщение об ошибке принесет реальную пользу. Формировавшееся столетиями представление медицинской профессии как о самой благородной и гуманной, о медицине как источнике избавления от боли и страданий, безупречности личностных качеств врача и гарантированного высокого качества медицинских услуг создало ситуацию, когда совершение ошибки расценивается как проступок, несовместимый с высоким званием врача. Общественное мнение не допускает применения к людям, работающим в системе здравоохранения, древнего изречения «человеку свойственно ошибаться», тем самым отказывая в проявлении элементарных человеческих качеств. Результатом такого отношения является нежелание медицинских работников признаваться в своих ошибках, что позволяет системным недостаткам сохраняться неопределенно долгое время, подвергая опасности жизни и здоровья пациентов. Тематика ненадлежащего оказания медицинской помощи врачами периодически освещается в средствах массовой информации и, к сожалению, не всегда объективно. Устойчивый рост жалоб пациентов на оказанную медицинскую помощь связан с появлением также недобросовестных юристов. Ну, отчасти, возможно, и рост правовой грамотности населения, хотя я не могу сказать, что они часто очень грамотные. В основном это еще и появление, да, очень большого количества недобросовестных юристов. Несовершенство правовой системы, в частности гражданского права, а также потребительский экстремизм, который тоже является препятствием в данном случае на этом сложном пути. Причина злоупотребления пациентам своими правами, ну, это социально-экономические причины, и мы уже говорили сегодня о патерналистском, да, подходе в данном случае к здравоохранению, которое существовало длительное время, да, бесплатная медицина нам в данном случае обеспечивала. Это психологические причины. Надо помнить, что существуют определенные типы личности, да, людей, которые опытные конфликтологи выделяют три типа: капризули, хищники. И нормы действующего законодательства, особенно в части гражданского права, которые тоже предоставляют определенные лазейки, да, через которые, собственно говоря, можно ими воспользоваться. И, в частности, они всегда учитывают медицинские специфику применительно к нормам законодательства. Основанием для возникновения правового риска наступления ответственности медицинской организации является совершение правонарушения. Виновное противоправное деяние, действие или бездействие, противоречащее требованиям правовых норм, порядков, стандартов, протоколов, совершенное деликтоспособным лицом. Виды ответственности при наличии дефектов медицинской помощи тут представлены. Могут быть они различные. В данном случае приводим мы не только дисциплинарно-гражданскую правовую, административную и уголовную ответственность, но и моральную. Почему? Потому что очень часто для врача моральная ответственность этическая. Она очень важна, и часто очень вот этот элемент, он как-то всегда выходит за рамки, да. И, на мой взгляд, всегда моральная ответственность является составляющей и прямо связана со всеми вышеизложенными. Гражданско-правовая ответственность. Вид юридической ответственности предусмотрен за гражданское правонарушение, основной целью которого является защита имущественных прав и личных неимущественных прав граждан. Под гражданским правонарушением понимается нарушение правовых норм в сфере имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений. Тоже уже сегодня об этом говорили. Гражданско-правовые санкции всегда носят имущественный характер. Вот это очень важное отличие. Наступает она независимо от уголовно-дисциплинарной или административной ответственности и может применяться отдельно или дополнять другие виды ответственности, что тоже важно, то есть вот для понимания ситуации. Нормативно-правовая база представлена здесь, сегодня мы уже о ней говорили. Поводы для привлечения гражданской правовой ответственности медицинских работников, медицинских учреждений. Но наиболее часто это все-таки неосторожное причинение вреда здоровью пациента, причинение вреда здоровью пациента правомерными действиями, причинение вреда здоровью пациента источником повышенной опасности, причинение вреда здоровью пациента ненадлежащим исполнением медицинской услуги, ну и для предоставления ненадлежащей, неполной, недостоверной информации. Вот это тоже отдельный, да, подвид деликтного поведения, который может, собственно, вызвать отдельную в данном случае вид ответственности и помощи. Особенности правовой ответственности, гражданско-правовой ответственности, презумпция вины исполнителя медицинских услуг, преобладание исков и компенсации морального вреда, проблема предъявления регрессного иска к медицинскому работнику в случае удовлетворения исковых требований пациента и применение законодательства о защите прав потребителей. Виды гражданской правовой ответственности делятся на договорную и недоговорную. То, что касается договорной, всегда эта ситуация, связанная с нарушением прав и обязанностей, если
тех, которые установили стороны в своих отношениях, то есть нарушение договора. То, что касается недоговорной, здесь чаще всего ситуация, связанная с причинением вреда, и регулируется она главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации. То есть деликтная ответственность в данном случае, внедоговорная деликтная ответственность. То, что касается договорной ответственности, вот еще две статьи, 28 и 29 о защите прав потребителей. В данном случае обязательно нужно тоже обращать на это внимание. Почему? Потому что при договорной ответственности именно этот закон о защите прав потребителей, он имеет достаточно большое и серьезное значение, да, на которое надо тоже всегда вспоминать. Недоговорная ответственность – это все-таки вред, ущерб, который уже возник. Значит, очень важным моментом является то, что здесь при причинении вреда и ущерба пациенту уже вступает, да, в силу закон, и поэтому всегда причинение вреда или ущерба – это противоправное действие. Каким образом в данном случае эти правонарушения квалифицировать? Правонарушение в медицине принято называть дефектами оказания медицинской помощи. И вот, на мой взгляд, наиболее удачное определение дефекта медицинской помощи предложено было Тимофеевым. Под дефектом обычно понимают ошибочное действие, бездействие медицинского персонала, являющееся нарушением правил, действующих инструкций, руководств, положений и наставлений, директив и приказов, выразившееся в неправильном оказании помощи и лечении заболевших при отсутствии прямого умысла причинения вреда больному. Дефект медицинской помощи является основным критерием качества медицинской помощи, напрямую с ним связан и может запускать ятрогению. Вот таким образом. Значит, что еще интересно? В приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации 10 мая 2017 года, номер 203, об утверждении критериев качества медицинской помощи появляется новое вводное слово и вводится понятие нарушения при оказании медицинской помощи и не используется понятие дефект. Поэтому вот эти разногласия, дефект, нарушение оказания помощи, ятрогенный деликт еще есть, да? Очень много в данном случае, скажем так, определений, которые не совсем, то есть нет четкого понятия дефекта и связанности с ним среда. Поэтому вот это то, что вызвало, наверное, наибольшее сомнение при подготовке этого доклада. Классификация дефектов медицинской помощи достаточно хорошо представлена. Вот в 2017 году вышло пособие даже под редакцией Старченко. Делятся на лечебно-диагностические дефекты, дефекты организации медицинской помощи, дефекты ведения медицинской документации, этика, правовые дефекты. Это вот основные группы, да, дефектов, которые существуют. Ну, о вреде мы сегодня уже говорили. Спасибо, Екатерине Александровне, поэтому могу не останавливаться. Единственное, вот хотела бы остановиться на формулировке Фонда федерального обязательного медицинского страхования. Что понимает ОМС под этим вопросом? Понятие вреда определено как реальный ущерб, причиненный жизни и здоровью гражданина, а также упущенная им выгода, связанная с действием или бездействием работников учреждения здравоохранения, независимо от форм собственности или частно практикующих врачей при оказании медицинской помощи, подлежащей возмещению. Поэтому вот в данном случае тоже обращать надо внимание, особенно в рамках законодательства, действующего в структуре ОМС. В гражданском праве всякий вред противен праву, но степень тяжести вреда, причиненного пациенту при оказании медицинской помощи, имеет важное значение при определении размера причиненного морального вреда. Екатерина Александровна сегодня тоже нам об этом хорошо рассказала и на этом остановилась. Значит, вред здоровью пациента и степень тяжести. В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса, причиненный личности вред и имуществу, и вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Это очень тоже важный момент положения. Значит, определение степени тяжести вреда всегда осуществляется при проведении судебной экспертизы, медицинской экспертизы, но всегда определяется судом, да, я так понимаю. То есть должна судебная медицинская экспертиза четко предоставить материалы по определению степени тяжести, да, которые в данном случае суд будет трансформировать уже в правовые какие-то нормы и рамки. Ну, все мы помним постановление правительства от 17 августа 2007 года по разделению, да, степени тяжести вреда тяжкого, средней тяжести и легкого вреда. Какие особенности вреда при оказании медицинской помощи? С субъектами
всегда, с одной стороны, является пациент, с другой – лицо, обладающее специальной правоспособностью, осуществляющее медицинскую деятельность. Объектом – нематериальные блага, это тоже очень важный момент, и чаще всего он причиняется правомерными действиями медицинского персонала. Значит, вот то, что касается правомерных действий. Сейчас я остановлюсь подробно. Условия возникновения гражданской правовой ответственности сегодня мы тоже уже озвучили. Все четыре, которые существуют, потому что доказывать их придется, да, соответственно. На этом тоже не буду останавливаться. За вред, причиненный правомерными действиями. Вот очень важный момент, который для медицинских работников. При отсутствии противоправности действий гражданская правовая ответственность не наступает. Да, но согласно пункту 3 статьи 1064 Гражданского кодекса, вред, причиненный правомерным действием, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законом. Чаще всего эта ситуация связана, опять же, с угрозой жизни. Да? Поэтому в анестезиологии и реаниматологии ситуация это не всегда бывает столь однозначно. Даже если действия медицинских работников были правомерными. К невиновному причинению вреда могут быть отнесены какие обстоятельства, которые может учесть суд и которые надо тоже всегда знать. Несовершенство медицины при существующем больном и комплексе патологии, чрезвычайная типичность заболевания, несоответствие тяжести состояния больного, недостаточное снабжение медицинскими средствами, особое состояние врача и неправильное действие больного и его родственников, способствующих неблагоприятному исходу. Следующий пункт, который тоже важен для анестезиологов-реаниматологов, ответственность за причинение вреда при крайней необходимости. Используется это понятие в гражданском праве. Вред считается причиненным в состоянии крайней необходимости, если он причиняется для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими способами. Значит, вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен быть возмещен причинителем вреда. Статья 1067 Гражданского кодекса. Это очень важный момент. Но иногда, если, например, это было проведение сердечно-легочной реанимации, вы доказали, что больной был скорее мертв, чем жив на тот момент, то такой вред может быть, суд может возложить обязанность возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинитель вреда, либо освободить от возмещения вреда полностью, что тоже очень важно. Третье лицо, так лицо, причинившего вред. Ответственность за причинение вреда при обоснованном риске. Тоже очень сложный вопрос. Почему? Потому что в гражданском праве нет понятия «обоснованный риск», и критерии используются, которые применялись в уголовном праве. Что такое обоснованный риск? Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута, не связанным с риском действиями, и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда, охраняемым уголовным законом интересами. Применяется чаще всего для анализа противоправности поведения лица, действующего в условиях медицинского риска, возмещается в полном объеме лицом, причинившим вред. Всегда. Согласно статье, да, пункт 1 статьи 1064 Гражданского кодекса. Если в суде доказаны все четыре условия наступления гражданской правовой ответственности, то ответственность при обоснованном риске для ответчика наступает. Очень важно понимать для медицинских работников, поскольку в медицинской среде сложилось мнение, что за обоснованный риск никакой ответственности, да, медицинский работник не несет. Несет, если ситуация в данном случае была доказана. То, что касается методов, обоснованный риск методов оказания медицинской помощи, но вот на это хотелось тоже заострить свое внимание, никогда не надо подменять понятие обоснованного риска и риски оказания медицинской помощи. Почему? Потому что вот подмена этих понятий зачастую приводит к достаточно серьезным юридическим ошибкам, да, и, собственно, к наказанию гражданской правовой ответственности, которой приходится отвечать в сегодняшний день. Поэтому это нужно точно разделять. Особенно важно это в образовательном плане при проведении экспертиз и для судебно-медицинских экспертов. Еще одно понятие, которое возникает, да, в анестезиологии и реаниматологии, очень часто мы тоже эти понятия путаем, дефект, ятрогения, ятрогенный деликт.
все, что связано особенно с рисками и осложнениями, да, в условиях интенсивной терапии. Что же такое ютрогения все-таки? Да, и каким образом вправе на это можно вообще использовать, и можно ли это вообще делать? На наш взгляд, ютрогения – это понятие, сложившееся в рамках этики и диетологии, никакого отношения к праву иметь, наверное, оно не должно и не может. Очень часто ютрогения проистекает, к сожалению, самой сущности современной агрессивной медицины. Неизбежное действие самого метода, да, оно может привести к тому, что ютрогения может возникнуть. По сути, ютрогения далеко не всегда является следствием ошибки, небрежности, легкомыслия, за которой следует тот или иной вид ответственности. Вред может быть неизбежен в силу специфики устраняемой патологии или самого метода анестезии или интенсивной терапии, примененных вполне обоснованно, что тоже нужно понять. Российское законодательство различает понятия риск и опасность. Допущение риска в действиях врача не тождественно поставлению в опасность, за которое может следовать юридическая ответственность. В ряде случаев ютрогения может быть оценена как неумышленное причинение вреда здоровью с использованием соответствующих статей Гражданского кодекса, ну и, соответственно, Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому вот этот момент тоже, наверное, стоит обратить внимание. Необходимые условия для предотвращения рисков. Ну вот, информированность больного. Второе, врач не мог в силу объективных обстоятельств применить менее инвазивный или более безопасный метод для устранения конкретной патологии. Была учтена индивидуальная чувствительность больного, были предприняты профилактические меры предупреждения или сокращения ютрогенной патологии, проведен рациональный мониторинг, были применены оптимальные методы устранения возникшего ютрогенного поражения. Данный вид ютрогении не мог быть прогнозирован, но мониторинг и общие меры безопасности были предусмотрены. Ну и первым пунктом у нас стояло предоставление информации, о которой мы сегодня тоже говорили уже неоднократно. И, конечно, необходима все-таки письменная форма добровольного согласия, в которой будут раскрыты все пункты, да, представленные в статье, о которой мы сегодня тоже неоднократно уже останавливались. Очень важным моментом в судебных разбирательствах является и источником, по сути дела, всей информации, это всегда медицинская документация. Ну и медицинская документация, в которой должно быть что отражено? Во-первых, все исследования, их результаты, подтверждение полноценной диагностики, которая была выполнена. Все манипуляции, назначения, этапы лечения, промежуточные осмотры и согласие пациента на каждый вид медицинского вмешательства. Еще третьим пунктом обязательно должно стоять информирование пациента, подтверждение проведения необходимых разъяснений, обсуждений лечения от этапа планирования до рекомендаций по профилактике осложнений. Вот если соблюсти, очень редко мы это делаем, к сожалению, пытаемся хорошо работать, но не очень получается. В силу того, что интенсивность достаточно высока, но пытаемся. Вот если соблюдать подобным образом, то надежда есть на то, что данная документация, да, она будет оформлена правильно и будет являться нашей, собственно говоря, защитой. Ну и отдельный, говорили сегодня уже неоднократно о роли судебно-медицинской экспертизы. Дело в том, что делает вообще судебно-медицинская экспертиза? В основном она призвана предоставить суду заключение для конвертации медицинского смысла в правовой. Вот я так поняла, что это нужно конвертировать, да, для того, чтобы суд мог понять, что же мы, какую информацию хотим донести. Поэтому не выяснить истину по делу для себя, а дать возможность суду квалифицировать то или иное правонарушение или его отсутствие. Вот это важный момент, который в данном случае нужно четко понимать. Судебная медицинская экспертиза является самостоятельной формой. Несет доказательную функцию в гражданном процессе только судебная медицинская экспертиза. Консультации специалиста в данном случае являются самостоятельной формой использования и не несет доказательной никакой функции на себе. Комплексная экспертиза может быть проведена и в условиях гражданского процесса, но отличием от уголовной практики будет то, что выводы, которые делают эксперты, они будут общими. И общий вывод заключений, который подписывается всеми экспертами. Если в данном случае будут эксперты не согласны с формулировкой общего вывода, то они могут не подписывать только ту часть, которую проводили, то есть свою исследовательскую часть. На это тоже нужно обратить внимание.
Объективизация критериев неблагоприятного исхода медицинской помощи – тоже важный момент и аспект на сегодняшний день для анестезиологов-реаниматологов. Почему? Потому что мы все знаем, что неблагоприятный исход оценивается, опять же, соответствующими стандартами, протоколами оказания медицинской помощи. Но, на наш взгляд, все-таки вот разработка клинических рекомендаций, которые сейчас начаты и, наверное, будет продолжена, она для врача-клинициста должна стать все-таки ведущей. Почему? Потому что клинические рекомендации, они в данном случае более полно отражают суть патологии, да, и методики лечения интенсивной терапии на разных этапах. Помимо порядков стандартов, необходимо также ориентироваться на приказ Минздрава о качестве медицинской помощи, о котором мы сегодня уже говорили неоднократно. Выводы эксперта должны основываться на соответствующих методах и методиках исследования, причем они тоже рекомендуются законодательными актами, на которые стоит тоже обратить внимание. Причем достаточно полными, они должны быть представлены очень четко. По результатам оценки заключения эксперта суд может признать полным и обоснованным, признать недостаточным и неясным и назначить дополнительную экспертизу заключения эксперта, а также признать его необоснованным, вызывающим сомнения в его правильности, и назначить повторную экспертизу. Не согласиться с выводами эксперта, не назначая повторной экспертизы, решить дело на основании других доказательств. Поэтому вот варианты еще реакции на заключение эксперта тоже они могут быть различными, да, в судебной практике. При этом в определении суда о назначении повторной экспертизы мотивировка должна включать сведения о том, какие выводы первичной экспертизы вызывают сомнения, а также какие обстоятельства дела не согласуются с выводами эксперта. Почему так важно? Да, вот ситуация, опять же, связанная с выводами судебно-медицинских экспертов для анестезиологии и реаниматологии. Был проведен анализ, очень интересная статья появилась в Вестнике интенсивной терапии по поводу того, что анализировались уголовные дела за прошедшие 5 лет. Так вот, только 0,4% оправдательных приговоров было вынесено. Кто были эксперты? Конечно же, врачи-анестезиологи, реаниматологи, да, которые привлекались в качестве судебно-медицинских экспертов. То есть это врачи-анестезиологи, реаниматологи дали негативную оценку той клинической ситуации, которая сложилась и которая получила, послужила причиной судебного разбирательства и, собственно, дела тех уголовных, да, наказаний, которые возникли. Поэтому очень важным моментом является правильная ориентация врачей-анестезиологов и реаниматологов в плане хотя бы законодательных актов, да, с которыми они должны быть очень четко знакомы. И вот Сумин приводит только часть, да, законодательных актов, на которые нужно ориентироваться врачу-анестезиологу-реаниматологу, привлеченному в качестве эксперта по гражданско-правовым и уголовным делам. Вот, не все представлены на слайде. Так. Консультации специалиста тоже могут быть использованы в гражданском праве, но на большую доказательную базу уже говорила, что они не несут. Когда необходимо все-таки участвовать специалисту, и очень важно. Ну, консультация специалиста может помочь суду определиться с родом, видом назначаемой судебной экспертизы, грамотно сформулировать вопросы, необходимые для восстановления подлежащих доказывания по делу обстоятельств. Помимо всего прочего, определить объекты экспертизы, объем необходимых для ее производства материалов, а также вот, выделить тех специалистов, которые необходимы в составе комиссии экспертов. Поэтому вот на этом этапе консультация специалистов может оказаться быть очень полезной и нужной. Ну и принципы защиты врача-анестезиолога-реаниматолога были сформулированы достаточно уже давно, и они есть и в руководствах по анестезиологии и реаниматологии. Это и самозащита, и должный психологический контакт с больным или ответственным за больного лицами, психологический контакт с коллегами, действия администрации лечебного учреждения, действия профессиональной организации анестезиологов-реаниматологов, досудебное погашение конфликтов и защита в суде. Понятно, что совершенствоваться нужно. То, что касается администрации ОПУ. На сегодняшний день очень большое внимание уделяется все-таки системе разрешения конфликтов с пациентами, и она должна быть создана на уровне уже лечебного учреждения. Для этого существует целая сейчас
юридическая помощь, да, которая осуществляется, в частности, в Северо-Западном государственном медицинском университете, большое спасибо. И есть специальная связь с этой службой. Помимо всего прочего, необходимо также использовать врачебную комиссию и внутренний контроль качества. Вот эти две составляющие, они тоже являются очень важными для защиты, в данном случае анестезиологов-реаниматологов. В частности, я хочу заметить, что и врачебная комиссия, и внутренний контроль качества, кстати, очень серьезно помогают и в работе с документацией, да, и в работе с предоставлением информации тем же экспертам при различных уже формировании, да, вопросов. То, что касается досудебного разбирательства, тоже желательно, конечно, все-таки, чтобы дело не доходило до суда, и было бы прекрасно, если это будет возможным. Досудебным разбирательством называют регулирование разногласий между сторонами гражданско-правовых отношений в переговорном или претензионном порядке. И чаще всего может реализовываться на сторонами самостоятельно или с привлечением профессионального посредника, так называемого медиатора. Тут тоже реализация чаще всего следующим образом выглядит: оценка качества медицинской помощи, решение конфликта ситуации путем переговоров. Ну и третий этап – это всегда юридическое оформление примирения с пациентом. Ну и резюме, все, что сейчас мы проговорили, да, то, что сложилось по анализу литературы на сегодняшний день. До настоящего времени не существует общепринятых определений профессиональных ошибок и дефекта оказания медицинской помощи, как с точки зрения медицинских, так и юридических позиций. Второе, что до настоящего времени отсутствуют разработанные достоверные научно обоснованные критерии для оценки, экспертной оценки профессиональных ошибок и дефектов оказания медицинской помощи по профилю анестезиологии и реаниматологии. Поэтому такие методические рекомендации, они должны быть разработаны, да, возлагается эта разработка, опять же, на непрофессиональные, на профессиональные некоммерческие медицинские организации, в частности, ассоциации, да, федерации и так далее. Если удастся договориться об этом и удастся все вот эти пункты в данном случае разрешить, в частности, определить четкие совершенно понятия, да, дефекта оказание медицинской помощи, разработать подробный алгоритм экспертного исследования, выработать критерии оценки неблагоприятного исхода медицинской помощи, критерии обоснованного риска методов оказания медицинской помощи. Я думаю, что многие вопросы, да, будут решены, и нам удастся избежать, в частности, как уголовного, да, преследования, так и гражданско-правовых исков, добиться их сокращения, как суммы, так и числа. Спасибо за внимание.